На конкурс дети читают стихи. Зуров Матвей, 4 года, детский сад номер 18. Владимир Высоцкий, «Братские могилы». На братских могилах не ставят крестов, и в доме на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в едином слиты. О вечном огне видел вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце собака. У братских могил нет сопраканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?